дотянуться до звезды. Таня, просим тебя отвечать быстро и честно. Поехали. И не задумываясь. Да. Ель живая или искусственная? Живая. Главное новогоднее блюдо? Оливье. Главный напиток? Шампанское. Любимое новогоднее развлечение? Пить и танцевать. Отлично. Все, что мы любим. На чем ехать с горки? На картонке. Правильно, конечно. Семейный вечер или шумная вечеринка? Семейный вечер. Хороший подарок это? Туфли. О-о-о. Могу сказать магазин. Да, нерепрезентативный. Ссылочку скинуть, ребят. Синестезия или как они называются? Не знаю. Ну ладно. Я босой хожу. Плохой подарок это? Ну, сковородка какая-нибудь, знаешь, там батарейка на телефон. Ну, вот это все вот это практичное, что мужчины любят дарить, не делайте этого. Если не хотите получить этой сковородкой, все по 50. Назовем это лицо, да. Главный новогодний фильм. Назовем это лицо. Один дома. Один дома. Хорошо. Это хорошо. Ну и, конечно, что на вершине елки? На вершине елки у меня такая сосулька, я не знаю, как называется, такая шпиль? Башенка. Шпиль. Ну такая, виль. Как это правильно назвать? Конус, может быть? Конус! Спасибо! Дотянуться до звезды!